Привет, ребята, с вами снова я, Дифт. И да, я человек очень переменчивый, и я не буду снимать летсплеи сейчас. Сейчас я сделаю немного другое. Тем более летсплеи я буду снимать не с той вещи, того штатива моего собственного, который я вам показывал, а уже программки. Да, я все-таки подумала, что программки гораздо лучше, чем мой штатив. Так вот, значит, сегодня я хочу сделать обзор, быстрый такой недолгий обзор на одну интересную вещь. Кто любит карты и карточные фокусы, ему очень понравится. Так что поехали. Итак, значит, сегодня мы будем обозревать вот эту вещь. Как вы можете уже сами прочитать, это карточные фокусы. Я купила его, ну, скажем так, относительно недавно. Вот, и, значит, он мне понравился сразу. И красивые коробки он. И, надеюсь, там будет внутри тоже неплохо. Сегодня я буду все говорить вам за чашечкой чая. Да, я не подумала, что может кто-то хочет пить или есть. Извините, ребята, я откладываю. Итак, я убрала чашечку чая, и значит, мы начинаем обзор. Так, значит, я ее уже вскрыл, и вот тут вот она вот так вот интересно открывается. Посмотрим, что у нее внутри. Так, значит, у нас есть... Вот такая книжечка. Явно это... Так, да, это как делать фокусы разные. Значит, здесь у нас вступление есть. И разные... О, меченые колоды. Значит, несколько листов у нас есть меченых колод. Вот тут вот как создать свои колоды, там то-сё, другое. 5-10. Значит, здесь... Теперь мы пошли карточный фокус. Значит, кружочки это для... Обычные колоды, то есть все колоды можно брать для этих фокусов, любые колоды. А такой ромбик – это колоды для фокусы для меченых колод. Вот. Меченые колоды, вот здесь есть три колоды, вот раз, два, три. И с ними мы как раз сегодня посмотрим их. Вот. Значит, здесь вот фокусы есть, и в самом конце, как я обнаружила для себя, есть всякие загадки, шарады, скороговорки, вообще много чего интересного. Содержание, это естественно. Вот, это такая книжечка. Давайте посмотрим, что у нас содержание здесь внутри. Так, вот, значит, колода. Это колода 3. Зачем я взял колоду 3, я не знаю, ребят, извините, но вот так вот пришлось. Так, вот обычные карты. Вроде бы ничего такого. Ага, Лили вниз. О, кстати. Я, кстати, прочитала об этой колоде. Значит, здесь, смотрите. Если лилия вниз, то это красная, правильно? Да? Лилия вниз. Нет, подождите, стоп, как-то. Подождите, я, кажется, поняла. То есть, чтобы понять, надо положить их вот так, чтобы лилия, если бы вниз, то это красная колода. А если лилия наверх, то это черная. Да, я поняла этой карты. Этой колоды фокус. Ладно, с этой колодой мы разобрались. Все. Так. Давайте приступим к следующей колоде. Посмотрим, что в этой колоде у нас есть. Сегодня я так скоро очень все делаю, потому что времени у меня не так много. Так, с этой колодой... А, здесь, это значит, вот тут вот разные буковки. И по этим буковкам, кажется, можно определить, какая это колода. Значит, еще одну колоду. И все фокусы, и все... Меченые колоды я вам расскажу в следующем видео. Если под этим видео наберется, ну давайте 10 лайков, то я выпущу следующее видео, где я буду рассказывать об этой последней колоде и о всех колодах, как они метят, как смысл их, господи, я запутался, по какому принципу они метятся, меченые колоды, по какому принципу они, в общем, их можно разузнать, вот. Да, и все это будет в следующем видео, а на сегодня у меня, к сожалению, все. Извините, ребят, дольше видео я сегодня не могу снять по веской причине. Расскажу я потом, может быть, как-нибудь в следующих видео. Ну, а на сегодня все. Всем пока-пока. Да, не забывай поставить палец вверх и подпишись внизу.